Друзья, всем привет! Вот мы сейчас находимся в поселке Николаевка. Это такой, называют городским пляжем Симферополя. Здесь действительно до Симферополя совсем небольшое расстояние, и многие горожане приезжают сюда, чтобы покупаться. Ну и, конечно же, для отдыхающих тоже это одно из таких излюбленных мест. Здесь нет гор. Кто любит равнинную местность, как раз вот Николаевка в Крыму хорошо подходит для этого. Сегодня довольно-таки волны приличные. Не так много, кстати, отдыхающих. Вот пляжи свободные практически. Ну, еще и сама по себе погода сегодня, конечно, не такая солнечная. Но, надо сказать, и не холодно. Как раз нет изнуряющей жары. И именно подышать воздухом, окунуться — самое то. А вот, кстати, и дождичек начался небольшой. Вот такая обстановка в курортной Николаевке. Напомню, друзья, сегодня 22 июня 23 года. Ну, вообще, конечно, в этом году, в июне, сезон очень слабенький, надо признать. Ну, на то есть объективные причины. Тем не менее, все-таки сезон начался. И это, конечно, радует. Цены на овощи, на фрукты очень хорошо снизились по сравнению с маем и даже началом июня. Поэтому, друзья, в принципе, сейчас есть и преимущество, скажем так, отдыха в Крыму. Всем мира и добра, и до новых встреч!